Наконец мы на море. Все организовали, все поставили как положено. Удочка даже стоит. Палатка. Дочь у меня тут закапывается в песок. Ну вот так вот работает моя одна нога. Длинноватая, конечно, много регулировок наделал. Можно вот так отодвинуть. Раз. Помешать, если надо. И обратно на костер. Как-то так. Будем варить уху. Ну вот, закипела водичка у нас в котелке. Испытание прошло успешно. Можно регулировать по костру. Ручка еще не сгорела, хоть и резиновая. Сейчас будем варить что-нибудь. Рыбу, оказывается, забыли. Петуха. Ну и также при помощи моей одноноги можно пожарить и гриль. Все то же самое. Вот жарим сосиски, пока угли не прогорели.